завтра вовремя. Здорово, мужики! В эфире Национальная лига охоты. Наконец-то мы в Архангельске, на Белом море. Летают последние листья, дует северный ветер. По ночам заморозок прижимает лужи. А это значит, настоящему гусятнику пора на Архангельские болота. В нашей программе мы разберем основные моменты особенности осенней охоты на гуся и попытаемся разобраться, что же сделать, чтобы она была успешной и сытой. Также в программе мы побеседуем с местным гусятником и попросим рассказать о колорите северной охоты, определить на практике дистанцию стрельбы, лучшую навеску номер дроби по осеннему гусю. И, конечно, я попытаюсь удивить вас несколькими шедеврами поморской кухни в нашей рубрике «Сытый охотник». А впереди, как всегда, тяжелая дорога к заветным трофеям. Это Национальная лига охоты. Мы начинаем. Архангельская область и ее болота – первый плацдарм для прилетающих гусей с мест гнездования на юг. Благодаря сети обширных болот и хорошей кормовой ягодной базе, первые гуси, преодолевшие расстояние через море от Новой Земли и Северных островов, тут находят места для отдыха от погодных невзгод и сильных рыльных ветров, чтобы набраться сил и продолжить свое путешествие дальше. Так как большинство молодняка никогда не видели людей, в этих местах гусь летит очень низко и не боится охотников. То застревая по пояс, то на своих плечах метр за метром вытаскивая из грязи рюкзаки и ружья, каждый из нас всегда надеется на удачный исход любого охотничьего мероприятия. Иногда из последних сил, прокладывая дорогу в места, где не ступала нога человека, внутренний голос убеждает каждого: ну, еще чуть-чуть, ведь это все не зря. И только жадный взгляд заката убеждает в обратном, разрезая надежду вечерней тишиной. А может, все-таки полетит? Давайте за эти 3 дня попытаемся понять, полетит или нет. Добрый день, дорогие друзья! Национальная лига охоты в гостях у Вячеслава Николаевича на Архангельских болотах. Слав, еще раз привет! Для большинства охотников средней полосы осенний гусь считается больше, наверное, каким-то волшебным трофеем. Фактически его невозможно добыть. И скажи нам, пожалуйста, когда и почему в северных районах нашей страны начинается осенний пролет гуся? Наш гусь здесь появляется на наших болотах в районе 20 сентября. Самая тема, всегда все охотники, ты прекрасно понимаешь и знаешь, спорят, каким же номером стрелять любую фактически дичь, особенно если мы будем говорить про перо, про птицу. Про гуся споры идут, и у каждого охотника есть свое мнение. Слав, скажи, пожалуйста, каким осенью номером дроби стреляют гуся в Архангельской области? В Архангельской области предпочитают первый номер дроби, но все от обстоятельства, то есть если ты охотишься вот в таких местах, как вот это, я все-таки первые патроны ставлю 3. Гусь перелинял, это старый гусь, и все равно у него перо довольно-таки крепкое. Очень много в стаях молодой птицы, то есть каждая птица, соответственно, ведет за собой от 3 там, до 10 птенцов.
вот у этих-то птенцов как раз перо очень слабое, и им достаточно вот этой, вот этого номера дроби. Слав, сюда приезжаю уже, наверное, четвертый год. И мне всегда интересовал колорит именно северной охоты. И я заинтересовался, какие вы используете приманки и средства маскировки. Они на самом деле, как для охотника средней полосы, для меня странные, потому что в нашем случае гуси бы, обратив на это внимание, просто помахали бы тебе крылом и улетели. Здесь же я не понимаю, почему на какие-то обыкновенные деревянные староверческие картонки они реагируют как на обычных гусей, и фактически с коротки пол роста, не замаскированные ничем, они на тебя не обращают внимания и иногда садятся прямо в ноги. Почему здесь так это происходит? Здесь они появляются после их тундры на наших болотах. Появляются, это последние вот эти болота, это последнее, что они видят из того, что у них там было на гнездовании. И, ну, соответственно, они здесь более доверчивые, не такие пугливые. И мы их, по сути, вот оно море здесь рядом, мы их встречаем первыми с тундры, где нет людей. Многие охотники об этом говорят. Я на самом деле не знаю, считают это, ведутся какие-то на самом деле подсчеты, но многие заметили, что в последнее время сократилась популяция гуся. Так ли это вот по твоим наблюдениям за последние несколько лет? Я считаю, популяция гуся не сократилась. Вот поменялись пути миграции, это точно. Гуся также много. Большое спасибо тебе, Слав, а всем зрителям Национальной лиги охоты я посоветую все интересующие вопросы задать в нашу редакцию, и в будущих программах наши эксперты на них обязательно ответят. Приезжайте в нашу Архангельскую область на незабываемые гусиные охоты. А меня до сих пор, как и всех зрителей Национальной лиги охоты, волнует вопрос: какой же лучше дробью стрелять гуся? И в нашей рубрике «Тра-та-та» вы это сегодня узнаете. Какими только ухищрениями не пользуются охотники, чтобы подстрелить гуся на охоте, уменьшая дистанцию стрельбы и при этом оставаясь незаметными. Практика показывает, что стрельба дробью на расстоянии в 50-60 метров возможна не из всякого оружия и не всякими боеприпасами. Давайте сегодня попробуем разобраться, все-таки какие боеприпасы подходят для этой охоты. Стрелять сегодня мы будем на разные расстояния. 20, 30, 40, 50 и 60 метров. Господа, если честно, я не стал сегодня заморачиваться, и будем исключительно выбирать только кучность дроби на различные дистанции. Использовали мы сегодня Бинелли Рафаэлла с различными дульными насадками. Итак, дистанция 20 метров, дульное сужение 0,5, получок. По поводу патронов не скажу. Скажу только одно, что использовали всего лишь две навески. Это 32 грамма стандарт и 48 грамм магнум. Пристреливали на 20 метров. Тройку, 32 грамма навеску. Попаданий, сами видите, достаточно маленькая дистанция. 0,5 получок, 81. Дальше продолжаем пристреливать ту же самую тройку на 30 метров. Попаданий 42. В принципе, считал только те попадания, которые действительно нанесли весомый урон птице. 40 метров. Обыкновенная тройка, навеска 32 грамма. Попаданий 19 штук. В принципе, неплохое попадание для 40 метров. Тройка, 30 метров. Магнум. Попадание 45. Магнум, тройка, 40 метров, 28 попаданий. Внимание, 50 метров, тройка магнум. Попаданий 9 штук. Переходим к первому номеру. Обыкновенная единичка, навеска 32 грамма. Дистанция 30 метров, 13 попаданий. Дистанция 40 метров, 14 попаданий, единичка 32 грамма. Дистанция 50 метров, единица 32 грамма, 5 попаданий. 30 метров, единица магнум, навеска 48, 14 попаданий. Та же единичка магнум, навеска 48, 40 метров, попаданий 9. 50 метров, единица магнум, 6 попаданий. 40 метров, 2 нуля, обыкновенные патроны, 32 навеска. Попаданий 7 штук. Неплохой результат для 2 нулей, потому что по нашей табличке в навеске 32 грамма их должно быть 87 штук. На 50 метров 2 нуля, навеской 32 грамма,
дало нам 8 попаданий. Также при усиленном чоке уже на дистанцию 60 метров попаданий 2-0, 32 навеска отсутствует. Если будем говорить о 70-сантиметровом диаметре цели, было 4 попадания. Ну и в принципе были разбиты несколько еще дробинок по общему кругу. 48 грамм, 40 метров, магнум 2-0. 6 попаданий, в принципе неплохой результат. Не забываем, что чок мы поменяли, он усиленный, единичка. 50 метров, дульное сужение, единичка, усиленный чок, магнум 2-0, 10 попаданий. И, наконец, последний выстрел, 60 метров. Я для себя считаю, что это предел по стрельбе для гусей. Магнум 2-0, навеска 48 грамм, 4 попадания. В принципе, этого достаточно, чтобы поразить гуся на дальнюю дистанцию, но только при усиленном чоке. Многие спросят, а где же резкость боя? Резкость боя мы будем рассматривать в следующих передачах. Кучности, я думаю, на сегодняшний момент достаточно. И помните, в охоте ведь не главное попадание, в охоте главное удовольствие. Это всегда долгожданный момент, когда все готовы и дело за малым, за умением и метким глазом. Охота на гуся осенью в Архангельске сложна тем, что основная масса гусей, прилетающая днем на запредельной высоте, спускается передохнуть на болото уже почти в полной темноте. Охота порой происходит на ощупь, и, к сожалению, камеры не могут передать этих ощущений из-за отсутствия видимости. В этой программе мы попытаемся совместить удачные дневные и вечерние моменты за 3 дня охоты. Надеюсь, ваш интерес останется удовлетворенным. Было сбито порядка 12 гусей, которые упали ночью на воду. Сейчас мы попробуем их подобрать и посмотрим, какой коэффициент полезного действия в подборе подранков и сбитых гусей.
Здорово, Национальная лига охоты в рубрике «Сытый охотник». За прошедший вечер нам удалось добыть порядка 20 гусей, и сегодня мы попробуем из них приготовить что-то интересное. А точнее, сегодня мы будем готовить гусиную печень и делать отбивную. Всех охотников при встрече с трофеем на кухне волнуют два вопроса. Как сделать резиновое мясо мягким и как избавить его от противного запаха? Большинство рецептов для этого не подходит вовсе или были выдуманы за полным стаканом красного. Я сегодня с вами поделюсь своими секретами. А для приготовления наших сегодняшних шедевров нам понадобится гусиный жир, местная клюква, лук, гусиная печень, листья салата для украшения, банка ананасов, 400 грамм гусиного филе. Так как печень у нас готова, осталось снять филе. В большинстве случаев я предпочитаю снимать шкуру для того, чтобы не мучиться и не ощипывать дичь. Поэтому сейчас я расскажу, каким образом необходимо снять филе с неощипанного гуся. Гусиное филе добывается достаточно просто. На теле гуся делается надрез по груди, снимая шкуру с перьями. Затем ножом по килевой кисти освобождается два грудных филе. Средний вес одного такого филе от 200 до 350 грамм. Зависит от величины птицы и ее породы. Я уже промыл и подготовил печень, освободив ее от желчного пузыря. Ну а теперь шинкуем лук и разогреваем нашу прекрасную сковородку. Приготовление гусиной печени достаточно простой рецепт. На раскаленную сковороду мы бросаем гусиный жир. Гусиный жир мы также добывали из гусей. Он достаточно плотный, поэтому понадобится примерно 10-15 минут для того, чтобы он раскалился на сковородке. Сковородка почти готова. В принципе, она готова, поэтому я добавляю где-то примерно 50 грамм гусиного жира. Ждем, когда жир растомится и примет жидкое состояние. Подготовленную маринованную печень мы бросаем на раскаленную сковородку, где уже поспел наш гусиный жир и превратился в желтую прекрасную вкусную массу. Промытую заранее промаринованную печень в ягодах брусники и клюквы мы кидаем на нашу раскаленную сковородку, где поспел жир. И вот это я придумал, это круто. Для приготовления я всегда использую репчатый лук. В принципе, часто использую его и в маринаде. Репчатый лук, как абсорбент, полностью забирает вредные вещества из мяса или печени, которую вы готовите. Господа, печень, аккуратно. Клюковка шикарная. У нас фактически полностью уже печень готова. Для этого необходимо всего лишь 10-15 минут, как я говорил. Жир полностью расплавился. Фактически в собственном жиру у нас получается и кипит гусиная печень. Ягодки клюковки еще не лопнули, но, в принципе, когда они лопнут, это будет говорить о том, что блюдо готово. А теперь, когда лук готов, его, в принципе, можно добавлять в начале, потому что где-то 10-15 минут необходимо для лука, для того, чтобы он дошел до готовности, мы его добавим к печени. Лук я добавляю луковицу, где-то в среднем тоже около 200 грамм. Лук нарезаю крупно, потому что у меня крупные зубы, и когда лук нарезан мелко, они застреют. Ни в коем случае не натирайте лук в терку, потому что при натирании любого продукта в терку теряются витамины, которые содержатся в корнеплодах. Поэтому, в принципе, терка – это лишний предмет на вашей кухне. Пока готовится наша печень, мы с вами перейдем к отбивной. Для отбивной мы используем банку ананасов. В принципе, тут нет большого секрета. Ананасы мы будем использовать для приготовления клюквенного соуса, который мы будем подавать к отбивной. На этих болотах клюквы очень много, поэтому мы ее будем использовать фактически в каждом нашем блюде, тем более это изюминка поморской кухни. Также нам понадобится все тот же злосчастный гусиный жир и добытое заранее филе. Давайте к нему и перейдем. На самом деле я предлагаю всегда филе мариновать. Я сегодня расскажу, как это делать правильно, опять же при использовании того же самого фантастического репчатого лука. Мясо гуся достаточно плотное и при излишней тепловой обработке становится сухим и резиновым. Я нашел самое универсальное средство для размягчения гусиного филе. На сегодняшний момент ничего лучше человечество не придумало. Это отбивной молоток. Итак, перейдем к нашему филе. Для того, чтобы подготовить филе для отбивной, нам необходимо его разрезать вдоль. У нас получилось примерно 4 равномерных кусочка, которые мы будем отбивать на пеньке, но до этого мы не забудем помешать нашу печень. Наши разрезанные вдоль кусочки мы не сидящими ударами наказываем железным молотком. Чем тоньше будет филе, тем лучше. Друзья, кусочки отбиты, но прежде чем мы их подготовим, нам необходимо их заранее промариновать. Так как мариновать сегодня я не буду, я просто расскажу вам, как это делается. Заранее отбитое готовое гусиное филе
изначально посыпается обильно перцем. И солью. Соли не жалейте, если она у вас крупная, как у меня. Переворачиваем, в принципе, проделываем всю ту же самую работу с другой стороны филе. Укладываем друг на друга, и вот здесь самое главное. Я укладываю нарезанный репчатый лук и мариную в течение суток, потому что лук в себя вберет абсолютно весь негатив, который находится в мясе. Потом вы лук просто удаляете и используете для жарки новый лук. Либо если вы не используете его для жарки, вы жарите просто вкусное мясо. Еще очень интересно, оно получается на гриле, но это в следующей передаче. Кстати, мы забыли посолить нашу печенку. Дело в том, что печень можно солить в конце фактически приготовления, потому что печень, вы сами понимаете, это губка. Она в себя впитывает все, что попадает в ваше блюдо. И самое главное, в конце мы добавим секретный ингредиент, о котором я вам расскажу чуть позже. Но прежде чем мы с вами сегодня начнем готовить отбивную, мы приготовим клюквенный соус. Для приготовления клюквенного соуса нам понадобится емкость, которая выдержит температуру, банка ананасов 300 грамм и сама клюква, которая заранее была помыта и отобрана. Итак, в эту прекрасную кружку мы высыпаем всю нашу клюкву, которая нам понадобится для приготовления соуса. Соус на самом деле дает фантастическую пикантность любому блюду. Я всегда использую для приготовления дичи соус и советую это вам. Теперь достаточно просто, всего лишь колотушка, которой мы размягчаем наши ягоды для состояния киселя. О мой бог, я забыл про печень! Ребята, она почти готова. Увидите, как брызжет жир. У нас где-то 3 минуты для того, чтобы уже ее подать. Если вы готовите клюкву на природе, осторожней. Может выйти медведь. Он очень любит клюквенную кашу. Раньше поморские охотники охотились на медведя с клюквенной кашей, заранее подготовив ее несколько тысяч литров. Они ловили медведя, заливали ему кашу в рот, и кислотность медведя начинала превышать норму. Медведь задыхался кашей и умирал. И, соответственно, таким образом уже замаринованного они несли его домой и готовили. Наша каша нуждается только в одном. Это, внимание, в душистом болгарском перце. Иногда можно добавить и перец, который в горошке. Я до сих пор не понимаю, его так в горошек скатывают, либо он такой растет. Оставим это для людей, понимающих в кухне. После добавления перца, фактически немножко мы добавим соли. 3 поворота, это важно, запишите. Банка ананасов. Из банки ананасов нам нужно только сок, в котором содержатся ананасы, потому что он заранее сладкий и имеет интересный привкус. Вы знаете, что многие используют сами ананасы для приготовления мяса, но мы возьмем только сок для нашего клюквенного соуса. Самое главное, чтобы ананасовый сок действительно был сладким, так как клюква кислая, перец даст ей терпкость, а ананасовый сок должен сделать наш соус сладким и вкусным. Помешаем. И передадим наш соус на огонь. Так как наша прекрасная печень готова, мы оставляем ее в сторону, для того, чтобы она продолжала томиться в сковородке под крышкой. Соус кипит в течение 5 минут для того, чтобы сок ананаса перемешался с соком клюквы. Друзья, пришло время моего секретного ингредиента. Сейчас в печень я добавлю... Та-да! А ничего я не добавлю. Доброты. Кидайте мне свои сердца. Сейчас в печень я добавлю веточку багульника. Багульник имеет огромное количество эфирных масел. Его ни в коем случае нельзя добавлять, когда сковородка стоит на огне. Его нужно добавить лишь в конце, за 5 минут, когда сковородочка томится отдельно. Наша печень уже снята с конфорки. Мы добавляем багульника
И он даст фантастический аромат. Его вам передадут эти прекрасные дорогостоящие камеры. Ребят, соус кипит в течение 5 минут. Я сейчас расскажу еще один секрет, но это не столько секрет, это выпендреж. Это маленький соусник, вернее, это маленький чайничек с отжимом для того, чтобы отделить части клюквы от реального соуса. Переносим наш соус в стеклянный чайничек. И по технологии достаточно всем простой, просто отжимаем ягодный мусс. На поверхности остался у нас чистый и пикантный соус, который мы будем добавлять в мясо. На сковородку номер 2, которую мы ставим на огонь для приготовления отбивных из гусиного филе, мы добавляем гусиный жир и дожидаемся его полного растворения до жидкой массы. Я думаю, такого количества нам будет достаточно. После этого мы перейдем к нашему готовому отбивному мясу. Итак, друзья, гусиный жир расплавился, и нам осталось добавить наши полуфабрикаты, которые мы приготовили из гусиного филе. Переходим к приготовлению отбивной. На раскаленную сковородку с растопленным жиром мы выкладываем наши отбивные части филе. Выкладываем аккуратно, как будто вы занимаетесь любовью. Помните, что приготовление пищи – это искусство. Каждая сторона обжаривается у отбивной в течение 4 минут. Все зависит от того, какую отбивную вы любите. Я предпочитаю обжаренную отбивную без крови, поэтому каждую сторону я обжариваю по 6 минут. Выключаем конфорку, добавляем секретный ингредиент, фактически на 5 минут, для того, чтобы мясо приобрело аромат и вкус. И готовим тарелки для подачи. Наше блюдо готово, осталось только добавить клюквенный сироп. Ну и пригласить охотников к столу. Резюмируйте. Мясца. И помните, самое главное в поморской кухне – это не замерзнуть. Это Национальная лига охоты. Архангельск. Один купил. Слав, мне вот как охотнику средней полосы, по твоему мнению, когда необходимо собрать свои вещи и приехать в Архангельск за осенним гусем? Здесь гуси появляются в районе 20 сентября. А, понял. Когда дует северный ветер, надо было тебе сказать. Скажи здесь гуси появляются 20 сентября. Прекрасный вечер. Сегодня мы видели несколько стай гусей, но стрелять мы их не стали. Мы стоим в зеленых. Вот, бережем природу, любуемся закатом, восходом луны, все прекрасно. А самое главное, ночью даже на болоте нажраться. Давайте. Правда, Ву? Так как печень готовится не больше 10 минут, нашу подготовленную маринованную печень в клубнике, ну, на самом деле, клубника и на севере называется
клюква. Ну, такие люди страны. Отлично все получилось. Все, осыпалось, да? Пока готовится наша печень, мы с вами перейдем к отбивной. Для отбивной мы используем банку ананасов. Круто получилось? Это... И он отсюда такой, та-та-та-та-та. Нет, можно так. Привет, молоток, привет, ты поможешь нам? Да. Он, не, он причем сзади меня ходит такой, заглядывает, что я здесь приготовил такой, как вкусно. Когда мой выход? Подожди, актеры все готовы, твой выход через 15 минут, я понял. И он такой, знаешь, типа здесь лестница. Ушел. Вдоль филе разрезается достаточно просто. Необходим. Вдоль филе, вы не поверите, разрезается вдоль пюре. Пюре. У нас пюре еще, кстати, ребят. Почистите картошки.